Нет ни одного более уникального способа выразить голосом эмоции, чем пение. С помощью него в любом возрасте можно показать абсолютно все чувства и эмоции, сделать это ярко и неповторимо. Петь, что называется, от души может каждый, но для того, чтобы при этом получал удовольствие не только исполнитель, но и слушатель, необходимо учиться и начинать с самых азов. Вокал для меня не работа, то есть я не называю, когда я иду в студию, что я иду на работу. Я это называю своей жизнью, потому что это, в принципе, для меня и есть жизнь. А по поводу своих учеников хочу сказать, что приходят дети очень закрытые, то есть они такие все боятся всего, там где-то что-то сказать и так далее. В школе есть у многих проблемы, где-то принижают, где-то еще что-то их достоинство, а здесь они раскрываются. Пение помогает мне и, думаю, многим людям, которые этим занимаются, раскрепоститься, проявить себя, принять к некоторым себя. Когда ты видишь, что люди, смотря на тебя, улыбаются, когда люди начинают танцевать, ты поешь и понимаешь, что ты даришь им те же эмоции, которые испытываешь и ты. При этом у пения нет вершины. Даже тем, кому дан абсолютный слух и красивый тембр голоса от природы, важно совершенствовать свои навыки, ведь и драгоценный камень нуждается в огранке. Без правильной постановки голоса и технического вокального развития сложно добиться успеха, и на это может уйти не один год. Я занимаюсь 4 года уже в студии, пошел 5-й. Я занимаю места на конкурсах. Для чего человеку нужно пение? Вот он поставит себе цель, он, если хочет, он сможет это сделать. Вокал нужен для того, чтобы не только для развития речи, аппарата, чтобы поднимать настроение самой себе и другим. Каждый находит в этом виде творчества что-то свое, ведь оно позволяет расти над собой и совершенствоваться, общаться и находить людей, близких по духу, примерять на себя разные образы, раскрывать свою личность, заряжаться энергией и дарить радость другим. В общем, если вы еще не пели сегодня, сделайте это прямо сейчас.